Хей, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию The Binding of Isaac Attributes Plus. И... тык, 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 и рандом. Кто же выпадет нам сегодня? И это... Айзек? Нет, не Айзек. О, нет. Только не он. Нет, 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 ребят. Я все понимаю, но... нет. Если он уже второй раз выпадет, то окей, мы сыграем за него. Эйден? Ну окей. Оу, май гад. Но мне не нравится, сколько у нас хп. Палочка. Пиромант. Бомб не дали. Огня. Вот это можно сыграть. Сайт. Нам это тоже не по душе. Много. Ой. Ой. А, это кирка, что ломает все. Грип. Контуженный наш друг. Нет. Нет. Хотя. Нет. В смысле? В смысле? Серьезно? Здесь рерол не работает? Тогда же работало, все было нормально. В чем проблема? Классно, ребят, кажется, мы дорерролились и потеряли все наши шансы на последующие игры. Значит, реролить все-таки нельзя было. Хотя я помню, мы с вами реролили, помните? Кошатина, здорово. Моя кошатина. Первый раз вижу, чтобы так стреляли. Ну, паук именно. Быстро. Ну, вы поняли. Бум. Бум. Хорош, приятель. Всех врагов моих поубивал. Карты. Что по картам? Ладно, возьму карты. Карты получше будут. Карты могут дать мне Ball of Steel, хотя это дают не карты, да. Таблетки. У нас и эти дают тоже. Так, мне вот это не нравится с одной стороны чё-то. То, что я не могу реролить. То есть я 8 раз зареролил, хотите сказать? А, значит, больше за Эйдена мы не будем никогда реролить. Потому что мы 8 каток с вами выиграли. И теперь мы их, считайте, потеряли. А, у меня спектралки. Если здесь будет выбор, куда пойти... на финиш или в ад, я пойду на финиш. Потому что урона, во-первых, нету у нас. Во-вторых, я не вижу смысла. Джокер! Джокер! Чё, поехали? Не, ну это легко. Если он по мне дамажнет... Хотя это не. Безобидный. Почему ты только создаешь атакующих мух? Слышь? О, хорош. Только много их не создавай. Блять, он на них отправил. Атакующие мухи! Атакующие мухи! А, не беда. Кукла. В принципе, я могу взять ее. Сдохнуть могу. А, Крампус. Ну да. Тоже знал. Я нет.
Так, отъебись, пожалуйста. Будьте так любезны отъебаться. Нет! Чё он на меня набросился? Ты херел? Ой, блядь. Чувствую я точно. Хотя... Ох, да. О, да. Сука. Ладно, отхилюсь хотя бы. Ну, знаете, плюс-минус у нас есть спектральные слезы. У нас есть Уэль. Хорошо, что я зря не сдох. То это было бы фаталити. Фаталити, но из реалити. Так, муха сраная. Бомба. ХП, ХП, спасибо. А я помню, мне один раз повезло, что мне дали 10 сердца. Синий и чё... Ну нахер. Предмет дерьмо. Вот тот. Планета. Мои слезы будут просто вертеться вокруг меня и не попадать по врагам. Это просто шедевральный предмет на самом деле. Есть какие-то, я не знаю, мини-сборки, которые работают со всем этим. Но это мало таких, поверьте. А ну ё-моё. Так, я иду сначала за тобой. О, как раз карта наша. Оу! Еще одну дайте. Бля, я понял, что это за карта. Она моментально убивает всех. Ух. Так, ладно, давайте сейчас, знаете, что сделаем? Шипастую комнату зайдем. Я в нее залечу за эту карту, чтобы не потерять ХП, ну, половину. Эмпресс. Окей. Эмпресс заюзаем на боссе, это... Хотя, Magic тоже как бы можно на босса заюзать. Ай-яй-яй, столько вариантов. Главное не проебать сделку. Хотя бы дожить до... райской сделки. Теряем ХП, минус игра. Ай, у нас еще их двое. Ай. Айнс, Вайнс, Драйвс. Блин, я забываю, что они прыгают на меня. Ладно, убил. Ох, отлично, сачок плюс дамаг. Шлюшка. Челюшка, челюшка. Это я с картой, да, был? И что делать? Ладно, дамаг пускай у меня есть. Скорострельность есть. Ну, спектральность есть, хорошо. Мне нужно полет. Если, чтобы выиграть на 100%, чтобы я уже был уверен, мне нужен полет. Почему на меня этот только агрится? Так, я не помню, не помню. Слизняк. Да-да, это взрывной был все-таки. Ты задолбал! На, твоя очередь пришла, умирай. Давай, открывайся, взрывайся и из гриба. Не, бомба, ладно. Нет, тратить я это сердце ну, буду пытаться вообще не потерять. I'm excited. Давайте я нажму и B3. Спасибо за карту. Бла-б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 ла. Где дамаг, где дамаг, где дамаг? Так, отлично, золотая комната. Нет, но. Получаем халявные бомбы.
Хотя я мог бы одну за... А хотя не, я бы камни только... Бля. Я мог бы одну бомбу заюзать. И получить две бомбы халявные. Ну ладно, и одна тоже норма. Главное то, что у меня пол сердца есть. Это самое важное для меня. А накрест стреляет. Этот ублюдок накрест стреляет. Нихуя. Нихуя не дропнулась у меня. Вот это такая тема опасная. С этими жуками. Жуки-бегуны. Жуки сожрём все, блять, на своем пути. О, лампочка. Для хера хороша статистика, но только когда у меня предмет так заряжен. А когда не заряжен, просто одинаково. Так оно все есть. Ммм. Наиболее? Меня наиболее? Ммм. Оу-хо-хо-хо-хо! Плюс 99 бомб. Найс. Взрываем все подряд. Так, здесь ключ. Хорошо, открываем. Бам. 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 Бэнс. Карта не подсвечивается. Бэнс. Плюс монеты, уходим. Что за эпиния? Тач, о, видите, все, заработал. Только смысл. Эй, блядь, что за спину грызет? Ухо опять. Решил меня сожрать. Че, пойдемте на босса. Это, кажется, который не плюется, да? Он только мух создает. Да хера мух. Просто невыносимо куча мух. Долгий, ты долгий. Мне не опасны твои мухи. Отсоси. Что по карте? Тауэр. Скорость атаки. Короче, давайте смотреть правде в глаза. Я нихуя не получу, поэтому забираем и не выебываем. Забираем и не выебываемся. А если сдохну, у меня еще 9 контишек есть. А пройти без потери жизни, это, в принципе, возможно. Ох, черт. Считайте это типа испытание, челлендж, 1 хп. Так, заходим все нахер. Опа, мини-гейм. О, можно пополнить автомат. Раз, два. Эй! Your levels! Пополнить до конца. Не, все, все, все. Монетки я оставлю. Если не найду магазин, тогда сюда вернусь. Так, у них испуг. Это отлично. Куда побежали? Куда побежали? Так, кошечка. Откуда у меня кошка? А, точно. Это ж... Я подумал, что это голова кошки. Откуда у меня голова кошки, я подумал.
Все нормально. Не-не-не, челик, ты меня не убьешь. А я тебя... Ой, да, охуей. Так, а теперь нужно куда-то зайти в хорошую комнату. Золотую желательно. Золотая комната. Моя золотая комната. Ништяками. Частиц. Ништяками. И с ключами, и с бомбами. Бомжара, который будет подбирать мои предметы. Можно попытаться на другой что-то, на какую-то другую комнату. Адскую. Ага, World. The World. Ага, я все-таки не в ту сторону вообще шел. А, давайте, короче, прожму. Мне он не нужен. Piston Tears, отравленные слезы, да, это они. Хорошая замена, на самом деле. Идемте. Выносить мусор. Так, 6. Мне 4 заряда. В принципе, не буду сейчас карты получать. Да, отравление все пошло. И отравление идет здесь. Все у нас идет. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А вот это вот мне не нравится. Ужас, как не нравится. Сейчас бы не слиться только. Сейчас бы только не слиться. Так, ты. Взрываем. Ой, ладно, давайте пополняем. Мне нужно максимально улучшить, поэтому... Все отлично. Так, просто ключ зарабатываем. Оу, чет. Пенья. Так, заходим тогда на халяву в шипастую. Находим сундуки, находим сердца. Опасно жрать. Опасно жрать, пилюли. Так, тебя взорву. Ладно, поехали дальше. Проход открываем. Пульс-бумс. Отлично, как растота. Все у нас есть. Поехали. Выносим челика. Минус. Получаем дамаг. На самом деле... Это тот нож... Ой, ёбаный. Это тот нож, который... Просто... И все. Ну, хотя... Блин, не-не-не-не. Я лучше другую сделку сделаю. Другую сделку сделаем. Проценты пропали? Нормально. Я хочу другую сделку из-за того, что я потеряю. Товар. Infested. 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 Я потеряю возможность правильно мыслить. Так, ладно, забираем карту с дамагом. Ну просто не хочу умирать. У меня так будет всего лишь одно красное сердце, и то красное сердце, замечу. Который шанс у меня будет потом с адской сделкой сбрасывать. А этого не хочу. Поэтому лучше так походим. Если дадут вакуум мне на красное сердце, я буду рад. Если нет, идите гуляйте. Как говорится, ничего не знаю, ничего не знаю. Чего не знаю, того не знаю. Класс, я нашел босса, но я не нашел одну вещь. Нужную вещь. Так, ладно, взрываем черепочки. Так, это деп. Деп. Пойдемте вниз. Не, если считать, то мне довольно сейчас повезло уже, так как у меня 6 дамага. Это довольно уже много. Даже на этой стадии игры.
даже на этой стадии игры. Так, карта. Judgment. Взрываем, забираем. Энергию поглощаем. И дальше в путь продлеваем. Черное сердце. Понятно. Красные мухи. Беда. Скелет. Скелет. Там что-то выпало. Ключик. Давайте влево. Мне нужен ключ. Пойдем с вами в магазин. После магазина сходим в этот. Золотую. Ладно, тогда делаем все наоборот. Опять, почему слеза такая быстрая? Ого. Прикольно. Когда мы удержим кнопку стрелять, у нас потом увеличится терза. И так, ну такой, знаете, ну, типа не туда, не сюда. Так, мне магазин нужен. Просто замансил. Почему они такие быстрые? Вот что, что? Из-за чего он такой быстрый стал? У меня предметов нету даже. Что, блядь? Они как, знаете, срываются с цепи, блядь, мощные такие, жесткие становятся. Почему? Так, мне нужен компас. Мне и будет очень нужен компас. Вот снова. Почему у них, блядь, слезы летят, как я будто не знаю. Так, заюзать сразу или заюзать потом? Ну, здесь, ребят, тоже, знаете, такой будет сейчас момент. Сдохну. Заюзаю карту. Или приподдержать ее. Сложный выбор. Только действительно сложный. Типа, хотя... Нахуй, блядь. Заюзаю. Плюс это комок дерьма еще такой. Опасный комок дерьма. Что может меня вот эта хуйня убить? Ой, черное сердце выпало. Ого, я живу. Да умри же ты! Отлично. Некрополис мы открыли. Сделки нету. Терза. Не увеличилась. Judgment. Так. Взрываем Judgment. Процент на ангельскую комнату, если считать то, что мы не можем попасть в ангельскую комнату. Херафи. Ну, отлично. Херафант. Херафант, ладно. Херафин, Херафин. Ладно, снимаем эту последнюю серию. Я на сегодня уже сниму. И нужно будет доснимать, поснимать, доснимать Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Вторую часть. Какие сочные вещи мне падают. Да, одно отравление и все, минус. Челюкас в минусе. Ох ты ж, ёбаный рот. Ага. Ну возьму я пикап. И типа ГГ, пока играм. Не то слово, что я буду сам себя взрывать. Да не, я не буду рисковать. Магазин можно попытаться найти. Повезло. Выжил. Магазин нужно найти. Так. В принципе, у меня 8 ключей. Я не думаю, что я куда-то больше смогу попасть. Поэтому это лучший вариант, куда я могу пойти.
А к чему бы не сходить? Так давайте я сделаю так. Ага. Тоже так, да? Даже так. Тогда не сюда снова же. В принципе, а что я могу в магазине найти себе такого ценного? ХП. Не, ради ХП можно сходить. Бомбы мне не нужны. Тихоря не нападешь, зараза. Две, ладно, две бомбы я возьму. Зачем вы мне столько бомб даете? Халявный ключ. Я понял. Ладно, зато я могу что-то себе купить. Ну, питомцев, так как у меня нету, я возьму мешок. И от мешка тоже, в принципе, пользы нету, потому что... Что они мне могут дать? Монеты, ключи. Ключи мне зачем? Ключи мне не нужны. Ладно, давайте таблетки поглотаем. Speed down. I found this. Infested. Давай тебя скушаем. Infested? Infested. Инфесты. Странно, что... Нихуя не странно, ладно. 77%. О-о-о, где нога? Чё за читы? Тихо. Я очистил себе просто путь. А! Зараза. Ладно, зато у меня есть ХП одно халявное. 100% на адскую комнату берем. Даже если я сдохну, у меня будет проценты. В процентах. Проценты в процентах. The Moon. Ладно, взрываем. Infested. Infested. И прожимаем The Moon. А, мне нравится. Balls of steel. Full health. Power pill. Так, ты иди нахер. Я тебя даже с собой... Держать не буду. Бед... Ух... Малой. Так, ладно. Пускай лучше у меня будет скорость хорошая. Не буду прожимать, только если батарейку найду. А, то есть я недалеко, да? От центра. Хороший камень. Айо. Главное, что он бессмертный. Пока всех не убить. Лично. Минус, минус, я говорю. Эй, отключитесь. Так, вот там можно что-то найти. Откройся. Туда можно пролезть, поискать что-нибудь. Туда поставим. Не. Не. Вот эти вот хери, если до хера, это жестко получается. Жесткий залет. Бла-бла. Давай, открывайся. Я убиваю, иду того убивать, ладно? Я понял, вы... Просто в одной комнате получил 3 дамага.
Круто. Круто, что сказать. Ну ладно, этого я в плюсе, то, что я могу отравлять. Я не могу. Давай, давай. По его хвосту херяч. А, то есть я должен в одну только, да, сторону стрелять? Прикольно. Теперь понял, как это работает. Знаете, просто... Хотя это хорошая вещь. Ну, конечно, специфическая, когда просто мы меняем вот это там. Так-так-так, пространство. Чёрт. Two diamonds. Три, давай, дроп. Ключ, сердце. Ключ, телепорт, поехали. Ай. Будут, знаете, бочком заходить и уходить. Не, здесь нужно в другую теперь сторону зажимать. Давай, 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 давай. Подрубай, подрубай скорость. Эх, ладно. Не буду затруднять себе жизнь. Лучше просто, когда заходим, сразу начинать стрелять. Хороших камней нету. Нету, не вижу. И ублюдки вот эти, которые вылазят втихаря. А, я еще дэмэдж не получил. Давайте ниже пойдем. Нужно было отказаться. Нужно было просто сказать нет. Ладно, тогда в эту О, нет, там есть продолжение. Если есть продолжение, это хорошо. Так, отлично. Где босс? Я что-то долго чухаю к врагу. Вот этот противный, то что он может просто под ногами находиться. Противный. Так, максималку давайте набираем. И в атаку. Просто расстрел сердца. Минус. Нет, нет, нет. Хотя... Не, я просто сломаю костерки и все. Не хочу. Вот и все. Пойди, теперь у нас должен быть и ад открываться, и райская комната.
Эх. А, я разблокировал игрока. Вумп я разблокировал еще. Утробу мертвую. А ну-ка, не... наш новенький. Вот он. Неизвестный. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Да, пока.